Здравствуйте! Эфир национального телевидения «Чувашия» продолжает информационный выпуск программы «Республика». С событиями дня познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. О здоровье. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с главным специалистом по репродуктивному здоровью Минздрава России Олегом Аполихиным. Забивака поселился в Чебоксарах. Столицу Чувашии украсили к чемпионату мира по футболу. О самооценке, соцсетях и внутренней борьбе. Российский артист провел мастер-класс для жителей Молгорода. Об охране здоровья в Чувашии говорили сегодня глава республики Михаил Игнатьев и главный репродуктолог страны Олег Аполихин. В нашей республике действует программа охраны репродуктивного здоровья у мужчин и активное социальное долголетие. В этом году на нее направят 46 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, в регионе готовы внедрять новшества в сфере здравоохранения и совершенствовать методы профилактики. Олег Аполихин, в свою очередь, заметил, что Чувашия может стать пилотным регионом для ряда инновационных проектов в медицине. Так кажется, что это возможно сделать, чтобы здесь, в регионе, вот, отработать образцово-показательный пилот. И с учетом этого может привлечь федеральные средства. Также в рамках рабочего визита в Чувашию Олег Аполихин принял участие в конференции в Республиканской клинической больнице и провел открытую лекцию в президентском перинатальном центре. С 6 по 8 июня в Казани проходила конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Участники из более чем 1500 компаний страны, в том числе представители Мининформполитики Чувашии и национального телевидения, обсудили состояние цифровой экономики и ее перспективы. Подробнее в следующем сюжете. Блокчейн, бигдата, экономика данных. Эти слова мы все чаще слышим с экранов телевизоров. Что они означают и что несет нам цифровое будущее, обсуждали спикеры конференции ЦИПР. Одни грозили тотальным контролем нашего поведения, оцифровкой сознания, другие же, напротив, были настроены очень оптимистично. Цифровая экономика, она, это как раз, наоборот, уход от вот этой централизации, когда вы, на самом деле, каждый из вас, вот человек, например, есть, да, здесь где-нибудь в Иннополисе или в Казани, который, например, левша, и умеет потрясающим образом производить очень специфический продукт, но рынка этого региона ему недостаточно, чтобы джастифицировать свое существование, так сказать, и свою жизнь. Но теперь, имея доступ на маркетплейсы, мгновенный, без всяких каналов и маркетинга, он может предлагать это всему миру. И в этом смысле для региона это создает огромную возможность для людей не концентрироваться в федеральных центрах, там, городах, да, а наоборот разъехаться обратно в регион и наконец-то заняться хобби, которое приносит деньги. Именно поэтому говорят, что цифровая экономика, она делает человека счастливым, то есть на самом деле дает ему возможность заниматься тем, чем он хотел бы заниматься, но раньше не имел такой возможности. Кроме обсуждения развития IT-отрасли, технологий связи и цифровизации различных сфер промышленности и сельского хозяйства, на конференции обсудили и место медиа, и в частности телевидение в цифровой экономике. Телевидение никуда не уйдет. Мне просто кажется, что будущее современного телевидения в ток-шоу, в интерактиве, в прямом эфире, где каждый зритель может стать участником этого ток-шоу в любую минуту своей жизни. И чем больше зрители смогут интегрироваться в этот контент, становиться участниками этого контента, тем больше они будут его смотреть. Помимо посещения лекции, гости смогли протестировать технологии виртуальной реальности, оценить новые технологические разработки российских компаний и даже пообщаться с роботом Алисой. Оксана Очкасова, Андрей Шоклев, «Республика». На этой неделе конференции и мастер-классы проходят и на форуме «Молгород». Палаточный лагерь на берегу Волги каждый день посещают представители власти разных уровней, медийные личности и другие. Всего в рамках форума выступили около 100 экспертов. На Молгороде побывали и депутаты Государственной Думы России Леонид Черкесов и Ольга Павлова. Разговор состоялся на площадке развития территорий, поэтому все вопросы так или иначе касались развития Чебоксара и Чувашии в целом. Молодые люди смогли рассказать и о своих идеях, обсудили варианты развития такого направления, как водный туризм. Гостем площадки стала и заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова. Ребята интересовались, как развивается киберспорт в России. Поговорили и о поддержке детского спорта, строительстве спортивных объектов и многом другом. Как привлечь зрителя на спортивные мероприятия, чтобы те люди, которые приезжали, видели, какие классные спортивные горожане у нас живут. Конечно же, это нуждается и в рекламе, и, наверное, в первую очередь приглашение всех тех, кто не интересен этот вид спорта. И в этом направлении еще много предстоит и работать. Леонид Черкесов поблагодарил ребят за интересные идеи и отметил, что многие из них взял на карандаш.
О самооценке, соцсетях и внутренней борьбе. Мастер-класс, который провел на Молгороде известный российский актер театра и кино Александр Носик, многих заставил задуматься. О чем рассказывал на встрече звезда экрана в сюжете Галины Титарчук. Спасибо вам. Вот таким флешмобом встречали жители Молгорода российского актера театра и кино Александра Носика. Звезда сериалов «Спецназ», «Возвращение Мухтара», «Каменская» произвел настоящий фурор. На площадке, где проходил мастер-класс, едва уместились все желающие. Сама же встреча была больше похожа на психологический тренинг. Актер и телеведущий заставлял ребят думать и отвечать на самые непростые вопросы о себе, о своем внутреннем мире, о своем окружении. Во что мы верим, это возвышено. И вечный конфликт в человеке между этим и этим – это вечный спор. И каждый решает его в свою сторону. Он определяет, что нравственно или безнравственно, или идет за критериями, которые установило общество. Понимаете? И вот это дает всегда проблему, я не знаю, хорошо это или плохо, когда рано или не рано. Электричество – это плохо или хорошо? Хорошо, а если это электрический стул? Хорошо, ветер – это хорошо? А если он срывает крышу, и крыша убивает вас? Ни хорошо, ни плохо. Все может быть использовано либо хорошо, либо плохо. Вопрос, что будет в ваших руках и как на вас воздействует. Значит, нету понятия хорошо или плохо. Есть конкретный ваш выбор. Ваш. На своем примере Александр рассказал, как и чего можно добиться в жизни. Главное не быть пассивным, поставить цель и во что бы то ни стало добиться результата. Как вы можете понять, можете вы или не можете, если вы не пробовали? Для того, чтобы выиграть в соревнованиях, да, нужно готовиться, нужно тренироваться, нужно пройти тесты отборочные. Они дают уверенности? Тогда вопрос, какого ляда вы сидите и ничего не делаете? Как вы можете получить уверенность, если вы не попытались ее получить? Понимаете? На практике молодые люди попробовали составить социальный портрет собеседника. Задание оказалось непростым. Что еще сказать там? Так, сейчас. Волосы? Да, он следит за собой. Вон волосы какие. А что сейчас было сделано? Поправился. Нет, не уверен. Подыграл. К концу мастер-класса в зале установилась очень доверительная атмосфера. И в армии поклонниц обаятельного актера значительно прибыло. Поняла, мне просто холодно и тепло стало как-то. Об Александре Носике я знала давно, но сегодня он открылся для меня как новый человек. Такой позитивный, а в фильмах он больше какой-то серьезный. Такой мужественный, а тут даже как-то подшучивает. Не каждый день есть такая возможность, чтобы поговорить лично с актером. Я очень ждала этой встречи, и мне очень нравится, какие темы затронут. Такая атмосфера домашняя, будто ты начинаешь понимать его, понимать себя и чувствуешь какой-то не официоз такой, а просто домашнюю близость или что-то, и от этого становится так тепло и легко на душе. Два часа пролетели как один миг. Ребята еще долго не отпускали артиста из своих объятий, а тот, в свою очередь, пообещал обязательно вернуться в нашу республику с новым мастер-классом. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Тому назад, да, никто... На Красной площади идет установка нового колеса обозрения. Жители близлежащих домов задаются вопросом, насколько это безопасно. Новое колесо будет выше предыдущего практически в два раза. Сегодня поступают множество обращений от жителей, прежде всего близлежащих домов, по вопросам безопасности размещения данного объекта. Что касается вопросов безопасности, значит, в соответствии с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики, данный объект поднадзорен государственной службе по надзору за техническими средствами, Гостехнадзор. Процедура заключается в следующем, что на сегодняшний день организация, арендатор или организация, которая размещает колесо обозрения, должна будет получить заключение на соответствие
всем требованиям безопасности у специализированной организации. Ближайшая организация находится в Нижнем Новгороде. И в дальнейшем уже со всем пакетом документов подать заявку в службу Гостехнадзора Чувашской Республики. По итогам рассмотрения документов Гостехнадзор выдаст свое заключение для запуска колеса обозрения. В городской администрации сообщили, что если будет получено разрешение, аттракцион в июне уже запустят. ФИФА 2018. До чемпионата мира по футболу остается 5 дней. Чебоксары, как и все города страны, готовятся к этому событию. В центре футбольного поля на Красной площади желающие сфотографироваться с забивакой сменяют друг друга. По периметру импровизированного поля футбольные мячи. Пока еще нет зеленых насаждений, но от этого внимание к этому месту не меньше. Приехали мы с Ростова-на-Дону, но я бы добавила бы еще травы, конечно, зеленые. И солнышко побольше. Приехал со Свердловской области, город Новоуральск. Мы путешествуем на корабле «Минин», Пермь, Москва, Пермь. В Чебоксарах мы второй раз. Ну, город очень нам понравился, здорово. А сейчас, ну, оживленно он готовится к футбольному матчу. Вот. Много новшеств. Я Туснин Сергей Степанович. Мы приехали из города Перми. Я руководитель серебряных добровольцев города Перми. Мы приехали, идем, у нас круиз Пермь, Москва, Пермь. И у нас в вашем городе, красивом городе, нам очень нравится, мы не первый раз встречали также серебряные добровольцы. Ваша набережная нас поразила, впечатлила, да. Потому что ну просто красиво, на самом деле, оформление. Видно, что скоро будет чемпионат мира. Грандиозному событию украсили и главные транспортные развязки Чебоксар. На пересечении улиц Калинина и Гагарина установили цветочные вазоны в виде футбольных мячей. В центре бутсы и мяч. Гости и жители столицы смогут и вместе поболеть за команды в большой игре. Также на Красной площади будет установлен большой экран. Размер его 12 на 7 метров. И будет установлена фан-зона, так называемая. Сейчас там собирают трибуны. Любой желающий бесплатно может прийти и посмотреть матчи не только сборной России футбола, но и все остальные матчи, которые будут идти нон-стопом по телевидению, по всем каналам. Трансляция матчей чемпионата мира по футболу на Красной площади в Чебоксарах будет проходить с 14 июня по 1 июля. Чебоксары вновь принимают чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. Среди участников немало призеров и победителей престижных соревнований. В программе турнира 7 стартов и новая дисциплина. Ранним утром на набережной залива сильный ветер и холод. А это веский повод перенести старты. На 50-километровую дистанцию скороходы вышли с полуторачасовой задержкой. Больше погода не подводила. Первыми в борьбу за медали вступили 19 легкоатлетов. В ранге хозяев сразу 5 человек. Для спортсменок эта дистанция дебют. Женскую ходьбу на 50 в программу чемпионата страны включили впервые. Дистанция была включена в 2016 году. Первый старт произошел на Кубке мира по ходьбе в Рио. Потом на следующий год прошел чемпионат мира в Лондоне. Там впервые женщины прошли еще 50 километров. Мы первый раз проводим эти мероприятия именно на этой дистанции 50 километров. Очень сложная дистанция, потому что я сам был ходок, ходил тоже 50 километров в этих тяжелых условиях. На 50 километрах непросто приходится даже мастерам спорта. Облезь! Устал очень, тяжело. После 31 километра тяжело стало ногам. После 40-го уже голова начала кружиться. На шатыри начали давать. Второй по молодежи я стал. Удачи. Так что, Валя, спасибо большое. На первую ступень пьедестала почета поднялся Сергей Бакулин. Шансы на победу у него были большие. В Чебоксары скороход приехал в статусе чемпиона мира. Мы испытывали новую методику, поэтому необходимо все хорошенько проанализировать.
Чемпионкой страны стала воспитанница чувашской школы ходьбы Клавдия Афанасьева. Марафонскую дистанцию она преодолела за 4 часа и 15 минут с большим отрывом от соперников. После 38-го километра стало тяжело, и мне было трудно поддержать темп. Но тем не менее я не расстраиваюсь и тренируюсь дальше, буду двигаться к новым результатам. Чемпионаты первенства России собрали в столице Чувашии свыше 140 спортсменов из 15 регионов. Для скороходов в Чебоксарах обустроили идеальную трассу. Михаил Игнатьев отметил, что количество поклонников ходьбы в республике растет. Наши судьи, волонтеры готовы организовать соревнования на достойном уровне. Несмотря на сложности, у нас детские и юношеские спортивные школы работают, тренеры работают, специалисты работают. Где какие упущения есть или отставания, конечно, это уже работа специалистов. Поэтому мы за спорт, мы за единство, а в единстве наша сила. Сразу после торжественной церемонии дали старт заходу на 20 километров. В борьбу за награды вступят и юниоры. В дни чемпионата и первенства страны разыграют свыше 10 комплектов медалей. Спортсмены рассчитывают только на хорошую погоду. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Борис Андреев. Республика. В Чувашии стартовало и открытое первенство по конкуру. Юлия Важенина знакомилась с наездниками и их партнерами. Конкур – один из самых зрелищных видов конного спорта. Существует чуть больше 200 лет, входит в число олимпийских видов спорта. Его любят и в Чувашии. Сегодня в Новочебоксарске стартовало открытое первенство республики по конкуру. Участники и их партнеры должны были преодолеть препятствия с наименьшими потерями. В целом, Кара выступила хорошо, просто надо мне больше работать, чтобы уже ехать чисто эти маршруты. Кстати, Каре уже довольно сложно преодолевать такие барьеры. Эту лошадку можно причислить к ветеранам конного спорта. Ей 16 лет. А это солидный возраст для животного. Кстати, лошади и их наездники должны меняться парами. Юные всадники должны часто менять партнера, чтобы не привыкать к одной лошади манере, да? А вот именно находить ключик к разным. У каждой лошади своя манера движения, характер. Настя Чебиркина и лошадь по кличке «Мечта поэта» занимаются вместе уже год. За это время они изучили друг друга. Мечта поэта очень сложная лошадь, потому что у нее свои тараканы в голове. Она очень нервная и восприимчива к любым факторам окружающим. Я стараюсь быть более спокойной и равнодушной к ее психам, бзикам. И вообще ласково с ней быть. Кстати, участвуют в соревнованиях не только наездники из Чувашии. К нам приезжают спортсмены и из соседних республик. Например, Юля Голубева уже второй раз на нашем первенстве. Она приехала из Йошкар-Олы вместе со своей партнершей, лошадкой Бьюти. Ну, я занимаюсь конным уже конным спортом пятый год. С Бьюти я занимаюсь уже третий год. И на соревнованиях мы выступаем часто. И на эти соревнования я выступила... Ну, я не очень хорошо, эта лошадь все... Во всем была. Она везде меня выручала, везде помогала мне. Программа открытого первенства рассчитана на 2 дня. А это значит, уже завтра юные наездники снова попробуют преодолеть препятствия. Кстати, для спортсменов и тренеров это один из важнейших стартов в сезоне. По его итогам проводится отбор в состав детской и юношеской сборной Чувашской республики. Так что пожелаем удачи участникам. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Рабочая суббота подходит к концу. Впереди нас ждут 3 выходных дня, связанные с празднованием Дня России. Организации снова ждут своих сотрудников в среду, четверг и пятницу, то есть 13, 14 и 15 июня. А суббота 16 и воскресенье 17, как им и полагается, будут выходными. Я желаю вам хорошего уикенда и прощаюсь с вами. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.